Со старта я хочу извиниться за голос. Вчера сломалась машина за городом и пришлось чиниться в полевых условиях, на ветру и под дождем. Поэтому голос немного непривычный и хриплый. Итак, победитель конкурса, обновление 1486, Тимур. Он получает призы на сумму 600 алмазов. А чтобы и тебе повезло, нужно лишь подписаться на мой канал, на канал Голос Зверько, поделиться этим видео с друзьями и оставить осмысленный комментарий под этим же видео. Всякую абракадабру система считает за спам, и я тоже так считаю. Перед следующим новостным видео я свяжусь с победителем в комментариях. Участвуй! Мур, привет, друг. Это Зверько и обновление 1.4.88. Ну, благо, что разработчики китайцы, а не немцы. Ха, не дай бог забанит за такую осторожную шутку видос. Дальше. Изменения героев. Халид. Персонаж на тестовом сервере. Пассивка. Заполнив пул песка, Халид теперь получает чуть меньше ускорения, 25% вместо 30%. А базовая заряженная атака уменьшена с 200 до 100 единиц. Первый навык. Интервал до следующего скачка увеличили с 2,5 секунд до 4 секунд. Усиление урона для следующей атаки уменьшен с 30% до 20%. Интервал сделает навык удобнее, но нерв по урону все ощутимее. Второй навык. А палитре обновления игнор урона до 80%, а теперь неожиданно убрали до стартового значения 65%. Замедляющий эффект увеличен с 30% до 40%. Бенедетта. Герой на тестовом сервере. Пассивка. Бонус физической атаки уменьшен с 250% до 200%. А восстановление здоровья с навыка увеличили с 80% до 100%. С учетом нерфа урона, это значение осталось на прежнем уровне примерно. Область урона немного расширили, подкрутили панель отображения заряда. Первый навык. Урон теней увеличили. Было 240-440. Будет 300-500. Вдобавок добавили урон самой Бенни в навыке, было 150-275, будет 180-300. Оптимизировали анимацию и эффекты. Прервемся на спонсора видео и продолжим. В этом месяце все футбольные топ-лиги возвращаются: РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и выбирай крутые матчи. Для новичков есть крутая акция со страховкой ставки до $10, а также бонус на первый депозит по моему промокоду до $100. Лейла. Ульта. Немного опустили камеру. Сабер. Первый навык. Урон возвращающегося меча апнули. Был 140-200, а будет 160-210. Мия. Второй навык. Увеличили диаметр эффективного обездвиживания аж на 40%. Зилонг. Второй навык. Базовый урон уменьшен с 250-600 до 250-500. Ульта. Перезарядка увеличена. Была 28-20, будет 35-27 секунд. Алукард. Ульта. Физический вампиризм накинули с лихвой. Был 25%, 40%, будет 40%, 60%. Эйдора. Второй навык.
Убрали массовый стан, вернули к прежним таймингам оглушение. Стан под меткой молнии, более длительный для цели. Ульта. Увеличили урон с 480-720 до 480-840. Урон от облака увеличили соответственно. Заск. Исправлена проблема, когда у порождения не отнималось здоровье после атаки крипов. Другие изменения. Увеличили скорость передвижения боковых крипов. Маленький краб теперь будет появляться на 40 секунде, а пока что появляется на 45 секунде. Незачтенный бой из-за АФК не будет влиять на винрейт вашего персонажа. Добавили напоминание о разряде батареи. Ну а на этом все. Подписывайся на канал, ставь лапку и поделись видео с друзьями. Удачи, друг! Тупый яд, но так ушел, мертвый отряд.